ту-ту-ту-ру-ту-ру, а у всех дед. Какой ужасный сон, как и мой отчим. Эх, папочка, я так по тебе скучаю. Мама, мне приснился кошмар. О нет, опять он. Мила? Кыш отсюда, малявка, мама занята. Сам ты малявка. Подожди. О, какая романтика. И это только начало. Кого это еще принесло? Она должна быть дома, ведь сегодня папин день. Ты... Что? Кажется, никого нет дома. Что? Свет горит. Они дома. Мила, папочка идет к тебе. О, добрый день. Свежая пресса. Ладно, посмотрим. О, Мила! Этого мишку подарил мне мой папа. Сейчас мы будем смотреть мой любимый мультик. Мишка, присаживайся поудобнее. Что ты наделал? Ты уселся на мишку! Что? Ты мне угрожаешь? Отдай мне пульт. Я буду смотреть футбол. Нет, мой любимый мультик. Ну уж нет. Больше ты не будешь мне мешать, малявка. Теперь ты живешь во дворе. Привет, доченька. Я пришел и спас твоего мишку. Папочка, это ты? Да, моя принцесса. Этот гадкий отчим выгнал меня из дома. Да как он посмел? Сейчас я с ним разберусь. Хотя знаешь, у меня есть идея получше. Мы построим для тебя новый домик на заднем дворе. Оу, какой беспорядок. Для начала займемся уборкой. Какая чистота! Фух, я устала. Папочка, я хочу спать. О, сейчас папа кое-что придумает. Мне нужна простыня и веревка. Ну вот, держится надежно. Какой уютный гамак. Спасибо, папочка. Отдыхай, малышка, а папа займется чертежом дома. О, спасибо. Ну вот он, дом нашей мечты. Детка. Спи сладко, малышка. Папочка все сделает. Строим дом. Но для начала нужно переодеться. И это тоже подойдет. Оу, что-то мешает. Кыш, прищепки. Это брусок? Точно. Мне нужно больше древесины. Расти, малыш. Чем больше древесины, тем лучше. Фух, я молодец. О, спасибо. Заберите топор. Ага, благодарю. О нет, слишком громко.
Фух, она сладко спит. Что же мне придумать? Теперь я настоящий киллер шума. Никому не двигаться. Итак, начнем с каркаса. Вот так. Проклятие, оно все рушится. Папа так просто не сдается. Прекрасная работа. Кто это сделал? Что? Он строит тут дом? Упс. Надо срочно ему помешать. Вот и газета пригодится. Давно я не разжигал барбекю на заднем дворе. И побольше дыма. Домик на свежем воздухе. Какая идиллия. Что? Отличный день для барбекю. Что-то не так? Противопожарная безопасность. Минуточку внимания. И это все, что ты можешь, жалкая струйка. Слеза бурундука. Что? Сейчас разберусь. А если вот так? Смывайся! Вот так. Делай барбекю в другом месте. Лузер! Любимый цвет, милый, розовый. Прекрасно. Обожаю красить. Это так успокаивает. Отличная работа. Что? Это всего лишь кусочек. Так я буду красить целую вечность. О, есть идея. Что? Ладно. Лайфхак для быстрой покраски домика. Весь домик в краске, и я тоже. Остались финальные штрихи. Вставить белую дверь. И створки на окна. Добавить цветы. Получилось мило. Я справился. Что? Привет, сосед. Сейчас будет громко. Мила! Фух, она не проснулась. Сделаем погромче. Нет, 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 не надо. Мила, надень наушники. Вот теперь можешь играть, что хочешь. Окей, сыграю как в последний раз. Сэр, что? Он шумит на всю улицу. Приличным людям невозможно уснуть. Что? Я выписываю вам штраф и прекратите шуметь. Но я... Бывает. Лузер. Какая красота. Оу, я замечтался. Ну вот, домик готов. Что? Опять? Свежая пресса. Да сколько можно бросать газеты? Есть идея. Почтовый ящик. Теперь получать газеты станет намного безопасней. Привет. Свежая пресса? Прошу. Ауч. Не помогло. Сейчас ты у меня получишь. Служба доставки самых злых собак. Нет. О, да, беру вот эту. О, ярость в коробке. Как раз то, что нужно. Лучше держаться от нее подальше. Что? Да это же самый милейший песик на свете. Привет, дружок. Ты будешь жить с нами? Какой ты славный. А кто тут у нас такой пушистик?
Я придумал, что нужно сделать. Вот тебе твой собственный домик. Элитная жилплощадь с новосельем. Кажется, все готово. Детка, просыпайся. Твой домик готов. Вау, какой красивый домик! Спасибо, папочка! Ну все, попрощайтесь с вашей хибарой. Новоселье отменяется. Дорогой? Что за? Вау, это ты его построил? Конечно, я. А кто же еще? Ты такой молодец. Он врет. Этот домик построил папа, а отчим ничего не сделал. Мне уже пора. Подожди, дорогая, я с тобой. Я люблю тебя, папочка. Улыбочку. Скажите, чиз. Папа, мама, я счастливая семья. Подождите, а это кто? Нет! Папа! Мама! Больше никакого папы. Теперь в вашей семье появился я, твой новый отчим. Зови меня папой. О, какой прекрасный день. Какой ужасный день. Я с этим разберусь. Нет. Детям запрещено брать острые предметы. Вот, лучше возьми игрушечный ножик. Но он такой маленький. Как раз хватит, чтобы нарезать тыкву на Хэллоуин. О да, не жди пощады, тыква. Вышло неплохо. Сейчас будет мой легендарный бросок. Промазал. Мой следующий бросок точно будет легендарным. Эй, это моя тыква. Не угадала. Это мой мяч. Фух. Оу, мяч поломался. А вот и мой костюм на Хэллоуин. Оу, держи свою тыкву, детка. Что случилось? Кто это сделал? Это она. Это он. Окей, а почему вы еще не одеты? Хэллоуин совсем скоро. Вот я буду ведьмой, а вы? Я буду баскетболистом. Окей, вот деньги. Тебе, дорогой. И тебе, детка. Спасибо, мама. Идите и купите себе костюмы на Хэллоуин. Поторапливайтесь. Обожаю шопинг. Костюм охотника за привидениями. Вот что я хочу. Но он стоит 200 баксов. А у меня только 100. Но еще 100 есть у Милы. Спасибо, детка. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Эй, а как же мой костюм? У меня есть идея. Сладость или гадость? О, крошка-привидение, держи конфетки. Еще забирай. О да, отлично. Еще немного, превосходно. Пока. Пока-пока. О, мои конфетки. Что? Эй, так нечестно. Это были мои конфеты. Уже нет. Мама, он съел все мои конфеты. И ни о чем не жалею. А это еще кто? Бу, конфеты или жизнь? Вот, держи, это все, что есть. Нет. Что? Ну, как хочешь. Подожди, это же я, папа милый. И сегодня мой день. Серьезно? Это сегодня? 31 октября, да. Ну ладно. Мила! Привет, пап! Это я, пап! Детка, а что случилось? Почему ты в пакете? У меня нет ни костюма, ни конфет. Это самый худший Хэллоуин в жизни. Подожди, у меня есть костюм для тебя. Нравится? Обожаю Вэнсдэй. Отлично.
А еще у меня есть билеты в кино. Я испорчу им кино. Обожаю этот фильм. Идем скорее. Этот билет настоящий, не подделка. Проходите. Можно ваши билеты? Запрещенные сладости есть? Нет. Молодцы, можете проходить. Ю-ху, фильм сейчас начнется. Эй, пап, а почему у всех есть сладости, а у нас нет? Действительно. Хочешь попкорн? Я хочу сладостей. Ладно, сейчас папа все достанет. А где буфет? Вон там. У вас есть запрещенные сладости? Одну минутку. Вот это подходит? Я кое-что придумал. Там монстр! Надеюсь, этих сладостей хватит. Приветик, сладости запрещены. Ну ладно. Стоять. Ход Бэтмену тоже запрещен. Серьезно? Вот не повезло. Ладно, придется его снять. Ну вот, я анти-Бэтмен. Во мне не осталось ничего от Бэтмена. Не так быстро. А что теперь? Вход с таким лицом запрещен. Почему нельзя? Потому что это я! Кто я? Ну что, теперь узнал? А, да. Нет, не узнал. Ну ты вообще не дружишь с памятью. Я отчим, теперь узнал? Проваливай из этого кинотеатра. Он отчим охранника? Странная система. Какой у вас строгий охранник? Он все мне запретил. Что? О, вам билеты не нужны. Добро пожаловать. Приятного просмотра. Костюм Бэтмена запрещен. Так нечестно. О, папочка, где мои сладости? О, это мне? Не трогай, это мое. Как же мне пронести конфеты Миле? Это идея. Привет, Барби. Привет, Кен. Вот мой билетик. Он даже пахнет восхитительно. Да, это я. И моя восхитительная аура. К чему эти формальности? Для вас я не охранник, а просто Мейсон. Позвонишь мне и все обговорим. Стоять! Это у тебя конфеты? Папочка! Папочка! Ну, папа! Да в чем дело? Я не твой папа! А где же мой папа? Папа, ты где? Эй, разберемся по-мужски. Hasta la vista, baby. Я люблю попкорн. Ты хочешь настоящую битву? Получай! Что? Это дуэль. Ты победил меня, отчим. Хотя, стой. Тут еще осталось пару конфет. Конфеты запрещены. Расставим все точки над «и».
Отличный фильм. Да, мне тоже понравился. Мила, ты где? О, Мила! Я тебе не Мила. Прошу прощения. Где моя дочь? Мила, ты где? Какой нервный. Вряд ли она прячется в стаканчике для попкорна. Тоже мне лучший папа года нашелся. Мила! Где ты? Доченька, наконец-то я нашел тебя. Смотри, пап, это отчим. Давай устроим ему веселый сеанс. А что это за кнопки? Проверим. Стряхнем его. Приятный массаж. Давай еще. Дым! О, теперь я. Что выбрать? Огонь! Отличная работа, детка. Давай это. И это. И еще вот это. Нажмем все и сразу. Ю-ху, это весело. Мы победили отчима. А теперь победный танец. Дай пять, детка. Нам пора домой. Стоять, она никуда с тобой не пойдет. Я отведу ее домой. Нет, это моя дочь. Мила, идем, детка. Хватит! Она моя. Что? Ты проиграл, лузер! Идем домой. Мы пришли. У нас был прекрасный день. Чуть не забыл. Это тебе. Это мой трейлер! Спасибо, папочка! Пока, детка! Ну что ж, может... Пока, тебе уже пора. Трейлер – это моя любимая игрушка. Мои куколки обожают в нем жить. Мила, ты не знаешь, где мой второй ролик? Я нигде не могу его найти. Кто там? Привет, можно войти? Пока, нет. Эй, подожди, сегодня 25-е. Папин день с дочкой. Действительно, 25-е это сегодня. Ладно, заходи. Мила, твой отец пришел. Папочка! Привет, я так скучала. Мое сокровище. Идем на кухню. Хочешь себе вот такой новый трейлер? Вау, да, папочка, очень хочу. Сейчас папа все тебе купит. Или нет, у меня всего 20 баксов. О, старый трейлер со скидкой, как раз 20-ка. Мне подходит, я покупаю. Ну что ж, вот и он, в точности как на фото. Оу, сколько мусора. Ладно, это можно убрать. Ну что за развалюха? Ладно. Эту дверь можно починить. Что? Оу, здесь намного больше работы, чем я думал. Окей, я смогу все исправить. За работу, Макс, ты все сможешь. Последний мешок. Фух. Что? Еще и паутина. Ее очень много, но я знаю хороший лайфхак для уборки. Попрощайся с жизнью, паутина. Отлично, я все собрал. Обожаю сладкую вату. Что? Это не вата.
Теперь нужно прикрепить планки на фасад. Мне не помешала бы еще одна рука, окей? Теперь нужно покрасить трейлер. Голубой и белый. Но чего-то не хватает. Точно, Мила обожает розовый цвет. Как сделать розовый оттенок? Смешать красный и белый. Папа просто красочный гений. Вот так. Розовые полоски. Фух, Миле понравится ее новый трейлер. Кисточка? Нет. Любимая кукла Милы? А, да. Окей. Продолжим покраску. О, нет, кукла Милы. Что я наделал? Доченька очень расстроится, что я испортил ее любимую куклу. Нет, нужно срочно что-то придумать. Присаживайтесь поудобнее, мисс кукла. Добро пожаловать в салон стильных причесок Макса. Вау, отличная работа. Мила оценит новый стиль ее куколки. Снаружи трейлер выглядит отлично. А вот внутри грязная катастрофа. Как же это все быстро покрасить? О, у меня есть взрывная идея. Ведро краски и динамит. Яркое сочетание. Поджигаем. Вставляем. И быстро прячемся. Как тут поживает трейлер? О, нет! Вот это я не вовремя заглянул. Вау, динамит отлично сработал. Все идеально покрашено. Ребята, ни за что не вздумайте повторять это дома. А у меня здесь еще много работы. Розовый пушистый ковер и мягкие подушки. Чего-то не хватает. Конечно, розовая дверь. Сейчас я быстро ее прикручу. Дверь готова. Ауч, моя нога! Карнизы на окна. Рамы. Цветочки. И нежные шторы. Какое уютное окно. Белый заборчик вокруг трейлера. Почти готово. Эй, выход с другой стороны. Камни выложу в красивую дорожку. Вот так. Стулья для террасы. То, что нужно. А к ним маленький столик для пикника. Чего здесь не хватает? Я придумал. Бассейн на крышу. А как в него забираться? Точно. Лестница с одной стороны. И горка с другой стороны. О, Миле очень понравится. Что еще? Да будет свет. Оу, лампочки, отпустите меня. Вот так. Теперь здесь очень уютно. Любимые игрушки Милы будут жить в трейлере. Эй, Барби, откроешь дверь? Спасибо. Готово. Можно звать дочку. Мила! Детка, этот трейлер теперь твой. Нравится? Вау, папочка, здесь есть горка! А что внутри?
Вау, здесь так уютно играться! А наверху есть бассейн, посмотришь? Аккуратнее на лестнице. Вау, папочка! Это лучший трейлер из всех! Я рад, что тебе он так понравился, детка. Можешь играть здесь целый день.